по волейболу, который состоится в следующем году в нашей стране. Ну что, друзья, супер матч, по-другому и не скажешь. Наши чемпионы мира против олимпийского чемпиона и чемпиона мира Алисона Черути и Альваро Филио. Ждали мы, что покажет рефери. Показывает, что очко в пользу российской команды. Ну давай, Колосков. Эйс! Эйс! Первая смена сторон на центр корте. Уходим на нее при счете 3-4. First side switch on central court. Team Brazil. 3 points. And Team Russia. 4 points. First set. Красильников, 74 международных турнира под эгидой FIVB, 7 титулов. И какой-то там, да, микроскопический аут после того, как мяч подума под троса все-таки упал в ауте. Олегу 24 года, он из Москвы.
59 международных турниров, 6 титулов, друзья. Ну а здесь роскошная атака в исполнении Алисона Чарутия, одного из самых известных и знаменитых пляжных волейболистов мира. Альваро Филио, его партнер по команде на подаче 6-7. Свой автомат Красильникова. Наш первый номер 8-6. Друзья, к сожалению, все-таки это очко в пользу команды Бразилии. А уж хотелось достать Monster Block. Но нет, нет, не в этот раз. Да будет обязательно. Алисон на подаче. Безупречно. Вячеслав Красильников. Отчаянно Слава, как всегда, стремился к этому мячу. Лучший защитник чемпионата мира по пляжному волейболу 2019 года Вячеслав Красильников творит чудеса порой в защите. Какой розыгрыш, друзья, да, все-таки это аут. Ну что, ребят, вот в такие моменты как раз и не надо тишины. Наоборот, дайте аплодисментов нашим ребятам, чтобы они ежесекундно чувствовали вашу поддержку. Касание сетки, да, и, к сожалению, у Олега Стояновского. Тайм-аут. Тайм-аут берут наши ребята. Сейчас чуть передохнут. И снова в бой. Итак, дорогие друзья, потрясающее расписание сегодняшнего игрового дня. У нас в кои-то веки на центральном корте не так много игр, как обычно. Вчера был просто марафон до самого позднего вечера. Сегодня 10 игр на центральном корте. И будет большой, в районе 2 часов точно, я полагаю, перерыв. Может быть, даже чуть больше. То есть, соответственно, мы вот эту утреннюю сессию играем. Ну, давайте ориентироваться с этой серии до часа дня. Ну, и вот после того, как, собственно, этот перерыв будет закончен,
в 15.00, да, у нас возобновляются игры. Ну, опять же, совсем поздно, я вам зарядил обязательно. А сейчас правильно вы все делаете, только больше, больше! И было бы за касание рук Алиса на Чарути, это очко в пользу наших ребят. Ну что, уходим на технический тайм-аут. Ну вот теперь о конкретике, дамы и господа. Итак, да, совершенно точно у нас игры. Вот это началось в 9.00. В 9.50 на площадке Константин Семенов и Илья Лешуков. В битве против американского дуэта 10.50 у нас первый женский полуфинал уже. Полуфинал, дамы и господа. Тайя Хюрли, Нина Перчат из Швейцарии против Тины Карутини, Анастасии Кравченоки, чемпионок Европы по пляжному волейболу 2019 года из Латвии. Анастасия и Тина вообще впервые в своей карьере вышли в полуфинал этапа мирового тура. И это случилось вот здесь, в Сочи. Ну и в 11.55 Макрогузова-Коломина, Спонсел Клейс, Соединенные Штаты Америки. Давай, Валя! Это... Ребят, вот эти все элементы нашего волейбольного боления для них делаем очень дружно. Эйсы, блоки, пушки. Ну а здесь вновь Алисон Чарути. 15 сезонов в мировом туре, 141 международный турнир, 28 золотых медалей. Безупречно! Браво! Очень надежно играет Слава! 13-13, дорогие друзья! Олег Сайловский! И на сторон 14-14. Упорнейшая борьба в первой партии.
небольшой аут, к сожалению. 15 очко для Алисона Черути и Альваро Фильо. Безупречно, браво, браво, браво. 15-15, дамы и господа. Ну что, давайте еще раз попробуем, только вместе. Но нет, чуть попозже. Это тайм-аут. Дамы и господа, не забывайте, что именно сегодня состоится матч за третье место и финал сочинского этапа мирового тура в женской части турнира, где в любом случае за медали уже точно борются Светлана Холомина и Надежда Макрогузова. Матч за третье место. 19:30. Финал 20:45. Ну а вот полуфинал будет Спонсор Плейс. Макрогузова и Холомина играют в 11:55. Куда вы хватаете, да? Да, вы пробовали, вы пробовали. Да, Здесь уже поддерживаете сразу, создаете атмосферу, молодцы. Вы наше все. Спасибо вам огромное и низкий вам поклон. Давайте дружненько попробуем, а то пока про собой получается. Поехали. Россия! Россия! Вырываются чуть вперед бразильцы. 18-17. Вот что, еще раз голосом попробуем. Друзья, 19-19. Ну, браво, Олег, великолепный эйс.
И мы переходим уже по-настоящему кульминационным мгновением партии. 19-19. Какой плачище, Алисон Чарути! Но ничего, борьба продолжается! Борьба продолжается, но это Сэпол, команда Бразилия! Поддержите, поддержите сейчас наших ребят! Ах, дамы и господа! Ну ладно, что, проиграли первую партию, впереди вторая, будем в ней побеждать. Пока что первый сет со счетом 21-19 выигрывают Алисон Чарути и Альваро Фильо. Так, друзья, еще раз подчеркиваю, вот эти все наши элементы волейбольного боления. Блоки, эйсы, пушки. Ребята все видят, для них это адреналин, драйв. Делаем дружно и вместе. Если вдруг... Так, друзья, давайте начнем вторую партию. Вместе! Россия! Очень на тоненького, да, согласитесь, там и Альваро Фильо. Блестящий защитник, тут тоже ничего не скажешь. Чуть было этот мяч не поднял. Ну что, смена сторон. 3-4.
Вот это другое дело. Отвечаете. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Молодцы! Давай, давай, ребят, прямо сейчас поддержали наших вашими аплодисментами. Давай, 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 мои дорогие, давай. И монстр блок Алисон Чирути. Ну что, в непростую ситуацию попадаем, но поехали к погоню вместе с нашими ребятами. Но пока тайм-аут, пусть передохнут, пообщаются, дадим им на это время. Молодцы! Дружнее! Молодцы!
Давай, давай, ребята, мы с вами, давай! И выиграл Слава эту борьбу. Алиса Дочерукти. Правитель Слава. Есть 8-е очко для российской пары. У нас технический тайм-аут, дорогие друзья. Технический тайм-аут в рамках второй партии. Ну что, боремся, боремся вместе с нашими ребятами. Давай, чтобы они вас услышали, Вадик. Давай похлопаем нашим ребятам сейчас. Наши традиции, исполнение. Стоп, ребятки, ручки вверх, быстро, 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 все. Наши любовь, давай! И поехали. Сейчас чуть быстрее. Давай, давай, это для наших ребят. И еще быстрее. Вот он сунулся! Давно не помню такую атмосферу в полдесятого утра. Это прекрасно. Поехали! Эй! Потрясающий вновь монстр блок. Это Алисон Черути. Олимпийский чемпион. Браво, Слава, браво. Но вот теперь вы понимаете, да, откуда мы придумали это выражение «автомат Красильникова». Вот сейчас он был в действии. Ну что, 12-14. Фу! Сокращается разница в счете.
Но это безупречная атака в исполнении Алисона Чарути. Опытнейший 35-летний бразильский волейболист. Касание сетки, друзья, это очко в пользу российской команды. Давай! Россия! Ну, конечно, такие моменты для Алисона, как подарок. Дорогие друзья, у нас 5-минутный медицинский тайм-аут. Давайте, правильно, чуть побольше аплодисментов для наших ребят. Слава Красильникам запросила 5-минутный медицинский тайм-аут. Что это такое? Если в течение 5 минут спортсмен не может отработать игру, то встреча с игрой завершается. Если за 5 минут все в порядке, он продолжает, то, собственно, игра возобновляется. Ну, давайте дадим наших ребят за время. А, нет, все. Я так понимаю, да, все, сейчас едем дальше. Да, все, едем дальше, друзья, под ваши аплодисменты. Браво, Слава, Солнце!
защите делал и сделал в какой нужный момент. Да, никакого валидола тут, конечно, не хватит. Сейчас, чуть-чуть, давайте. На секундочку выдохнем. Esquece torcida, esquece placar, mantenha a concentração no passe. Ну что, теперь давайте все, сразу активизируемся. Да, перекличку еще раз сделаем для наших парней, только отвечайте громко и нужно. Поехали! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Молодцы, похлопайте себе, ребята! Но у нас смена сторон, друзья, должна состояться при этом счете. 19-16. Ну что, друзья, и это матч Полы. Это матч Полы Алисон Чирути Агрофирио. Это аут, отыгран первый матч Пол. Давай, давай, ребята, любые чудеса вы умеете делать, в том числе и сумасшедшие капеки. А мы продолжаем верить в наших волейболистов. И это... Говорю уже любые чудеса, тут возможно, едем дальше. Давай, давай, давай. Ну что, дорогие друзья, конечно.